Кому интересно, показываю внутрянку Panasonic R314. Очень красивая, аккуратно сделанная плата. Никаких потеков флюса, ничего. Пыли внутри практически не было, но немножко там накопился, я пропылесосил, но все чисто, аккуратно. Вот из приятного сделана магнитная антенна на короткие волны, по крайней мере на первом КВ, она работает. Я вчера, точнее вот сегодня ночью слышал на тройке этих пиратов, как они себя называют, свободные операторы. Вот. И что-то еще хотел сказать. Короче, почистил я контакты. Открыл, вытащил этим контактом, попрыскал. И, соответственно, переключатель диапазонов тоже все работает прекрасно. С подсветкой я пока не придумал, как ее аккуратно сделать. Там не хочется портить пока его. Там просто вся передняя панель из оргстекла сделана. Ее надо, по идее, снимать и каким-то образом аккуратно делать под светодиод отверстия, и так, чтобы еще свет распределял. В общем, потом я на будущее это оставлю себе пока. Вот что у него, сейчас покажу сзади. Это задняя панель, соответственно, с батарейками, с разъемами. Все на разъемах, кстати, классно сделано. Вот антенна подключена. И антенное гнездо, без всяких фильтров, просто сделан пружиненный контакт. Я думал, он по 3,5 мм, нифига. Он под 2, наверное, или вообще под какой-то просто специальный антенный штекер. Я вот думаю, может аккуратно его рассверлить до 3 мм и вставлять сюда. У меня все антенны просто на мини-джеках. Либо вообще гнездо сюда поставить, пока тоже подумаю. Главное, что он работает. Я в ближайшее время сниму на него обзор именно с приемными свойствами. Так что ждите. Видите, как красотища, да? Еще трансформаторный выход у него, соответственно, он мало потребляет и громко орет.